Йоу, народ, всем привет! Сегодня будет немного необычный ролик, точнее влог с дня рождения нашего самарского прорайдера. Устраивает он его у себя в парке. Приедет очень много народу. Кто? Вы уже узнали из названия. Вот. Приедут чемпионы России. Так что, блин. Событие приобретает такое масштабное, масштабный оборот, как физ. Вот, так что присаживайтесь поудобней. Там, не знаю, что-нибудь сделайте, что-нибудь пахало себе. Короче, чё, погнали смотреть. Всё, народ, вот уже следующий день. Сейчас выдвигаемся в парк, поскольку я проспал. На машине меня никто уже не везёт. Вот, так что уже надо выдвигаться. Вот уже собрался, уже у меня лютый квардак в комнате. Вот, всякие штативы, всякая херня. Вот, уже собрал рюкзак. Вот, в итоге, чё, поехали? Поехали в парк, сразу вот, Toyota Team, Ирика Рязаева. Вот, Денис. Летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной. Выход ищи. Ну что, народ, вот и приехали. Солнце. Слушай, а помощь своей плохой воды? Лучше, да? Да, продал. Сука. Вот, народ, много идет раскат полным ходом. Ирик, о чем ты разговариваешь с Саньком? Вот, скоро подъедет, скорее всего, Андрей. Вот, так что раскатка идет. Всем смотреть. Раскатка и продолжается. Сейчас уже основное время почти прошло. Началась основная раскатка. Сейчас будут все раскатываться по двум группам. Я состою сейчас в первой группе. Макс ни в какой. Вот. Приехало очень много народу с Казани, со всех городов, блин. Много. Только один Ирик все стоит. О, скажи что-нибудь в камеру. Ну, я попросил сказать, а не сделать. Ну, тоже сойдет. Вот. Так что? Собрались. Стой. Я с сигареткой. Самопиар. Чего самопиар? На меня подписывайтесь там. Вот. Мой канал, подписываемся. Ага. А мне сосиску. На, откуси. Илюх. Что, блядь, ты снимаешь? Возьми, блядь. Что, блогеры, что все здесь, блядь, с камерами собрались? Дай сигареты. Пизда, блядь. Ладно. Пойдем. Здорово. Что, я не участвую, что ли? Ну что, раскатка уже прошла. Вот. Минут на 20. На 20? Верим. Все. Лок ебаный. Кумар, давай! Комар. Комар, ты на контесте VIP сделаешь? Да. Ништяк. Макс. Что? ПХК или хобот? Максим. Давай. Ой, я не снял. Ага. Ну ладно, я пищу давай.
Комар, давай випа. Я так на кассете тоже делал. Будет вип. Да будет вип. На, я пока тест тоже хочу. Ну, я приехал на контест, чтобы участвовать. Как видишь, все прорвались в честь меня, любимого. А, мне собрали мои спонсоры байки. Мои спонсоры собрали мне байк мой. Он стоит 2 триллиона... Копеек. Йен. Спасибо моим спонсорам, он один из них, Матвей, спасибо тебе за все. Не трогай мой хороший велосипед. Oh,
квалификация закончена первой группы, в которой я, собственно говоря, и катаюсь. Откопался я не знаю как, вроде не очень плохо. Ну, будем надеяться, что откатался хорошо. Вот еще один наш чемпион. Поздоровайся. Вот. Короче, квалификация проходит уже второй группы. Успешно. Да, проходит успешно. Вот. Короче, должен подъехать еще Костя Андреев, но что-то он никак не приедет. Берег, оказывается, сегодня не катается, он сегодня по студии. Вот. Так что будем ждать еще и Андреева. Тебя рут понты, но они ни к чему. Пиздоболов сразу жмут, их на небе разомнут. Не считаю минут, сколько мне осталось тут. Говори, что ты рут, но с тебя рут, друзья. Тебе не нравится, как я рифмую странно на твой бордель. Говорит про меня, аллилуйя, аллилуйя. Я делаю то, что мне нравится. Делаю то, что нравится мне. Я делаю то, что мне нравится. Смотрите, вот это вот все. Вот это вот все. Этот автопарк приехал к нам на контест сюда. Просто весь вот этот автопарк. Вот, начиная вон оттуда, блин. Заканчивая вон тем. Просто все. И вот это вот вершина нашего творчества. Ваня, отвень. Вот. Просто вершина, которая лежит посередине дороги. Просто вот. Это вот Ирика тачка. Че? Да. Короче, народу приехал просто уйма вообще. Вань, хорош. Вот. Приехал Ирик из Казани на... Блин, нет, в Инстаграм снимаю, да, на канал? Не, блядь, вот эта вот тачка, это просто вот приехал Ирик из Казани на ней. Сколько он ехал, фиг его знает. Я сейчас понял, что это тачка Ирика. Да, вот у нас человек недогоняющий немножко. На ней прям написано Ирик Резаев. Ну где? Вот написано. О, в натуре. BMX, а то что на ней он Toyota Team, Russia, блин, тут все дела. И, кстати, еще один наш ютубер. Он уже показывал свой ютуб-канал на своем телефоне. Вот. Ну, короче, вот так. Народу приехал просто тьма вообще. Народ, вот это вот Приора. Самая наша интересная машина. А вот ее хозяин. Вот это и Приора. Вот. Приора в натуре чёт. Вот, вниз. Мы уезжаем из парка.
с Никитосом. Вот, закат, все дела. Че, ну вот такой вот влог получился. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оу, какие тут звери. Так что всем спасибо за просмотр и пока.